Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня хочу представить вашему вниманию вот такие вот три европейские статуэточки. Вот с таким клеймом. Честно говоря, я не смогла найти это клеймо. Если кто знает, будьте добры, напишите, пожалуйста. Вот такие очаровательные статуэтки дети. Вот такая девочка с куколкой на саночках. В идеальном состоянии они. И вот такой вот мальчик у нас. Вот такой у него фонарь со свечкой. Вот такой вот мальчик. Я так понимаю, ну не понимаю, а это... Одна серия у нас, пара такая. Клеймо такое же. Вот такая парочка статуэток. И еще есть вот такая вот девочка. Она побольше. Это у нас идет кобальт уже. Роспись с кобальтом, с золотом. Вот такая девочка. Кормит гусей. Вот такая она. Миленькая она личика. Приятная девочка. Вот такая она сзади. Косыночка у нее повязана. Фартучек. Вот такая девочка. Все у нее целое. И есть клеймо. Вот такое клеймо. Вот такие три статуэточки сегодня представлены у меня в продаже. Если кому интересно, пишите. Я отвечу. Смогу выслать дополнительно фото. Вот такие три статуэтки. Телефон мой указан. Если кому интересно, пишите, звоните. На все отвечу. Вот такие три статуэточки.